Поэтому я буду говорить в основном обращение к педагогам больше. А детки и те, кто хочет стать педагогами, кто будет сдавать на это там экзамены, судейские и так далее, пожалуйста, просто послушайте, а потом захотите, принимайте, работайте с этим. Захотите, может быть, не знаю, у вас нет желания вообще работать по моим методикам каким-то и так далее, поэтому у нас у всех есть, в принципе, право выбора. Вот. Мы этой картиной, чтобы нравится абсолютно всем, правильно? Поэтому не любите меня? Хорошо, любите. Я вас тоже буду любить. Хотя я люблю всех, абсолютно тех, кто меня не любит. Вот. В этом есть даже определенный эффект. Значит, девочки, будем говорить так. То, что я увидела на конкурсе, не только я, да, с человеком, которым я живу в этот раз,